Фух, ёпта ча. У меня сегодня плохое настроение, ехать на работу, люди с канала отписываются. Денег мало осталось уже, как говорится. И взял на обзорчик такую бутылочку пива. Черниговское пиво Нич. Нефильтрованное. Вот такая у нас темно-синяя этикеточка, темная бутылочка, темно-синяя этикеточка. Тут чей-то автограф, я не знаю, походу автора какого-то из этого пива. 5 оборотов, вот, граждане. Объем 0,5, с 2003 года пивко. Я помню, белое пил тогда, мне белое нравится, в те времена пил белое в основном. Пиво Нич, такая этикеточка, тут нарисовано, как надо наливать, как разливать. Как пить и все остальное вот тут под углами типа. Тут такая тоже этикеточка с автографом 2003 год. Я не знаю, пиво я тоже обозрю и 0,5 и возьму литрушку. Сделаю два разных обзора. Тут тоже автограф на крышечке. Обычно прямо буква Ч, а тут автограф. Снизу нема ничего. Ну что, ребятки. Давайте открывать пиво, ничего не брал. И так хорошо зайдет. Плюс я сегодня снял обзорчик на водочку. Хоркица классично. Смотрите, ребятки. Там, может, ссылки в описании. Надо говорить, я этим не занимаюсь. Ребята, кто хочет смотреть мой канал, смотрите. Потому что я сам работаю над каналом. Мне некому этим и много дел. Может быть, занимался больше, но... Просто понимаете, много реально делаю. Ну что, начну наливать наше пивко. Это красота. Это одно из самых моих любимых пив. Я помню, когда мне было, неважно сколько лет, одно из дней рождения его праздновали. Я чуваку нос разбил случайно. Мне что-то толкнуло, как-то так, что я, получается, локтем ему в нос улетел. И разбил ему нос. Я ему говорю, типа, извини, меня толканули, типа, ну, как бы, такое дело, мы же, я же не буду. Он говорит, хорошо, с тебя бутылка белой ночи, ну, типа, белой ничи, да. Я говорю, да без проблем. С ним пошли, бутылок по 5 взяли, короче. У меня днюха была, короче. Уже все пьяные, короче, мы с ним сидим, пьем это пиво, короче, там, ну, реально. На кальян дымился целую ночь, водки столько ушел, что я просто... Пенки сами, граждане, видя нету. Такое темненькое пиво, как кофеек. Но оно будет вкусное, я думаю. Я раньше пил, оно было вкусное. О, что хочу сказать, охеренно. Я помню, когда товарищ отправлялся, его подписчик, говорит, что мой канал скучный, нема ничего интересного. Ну, гражданин, как будешь, блядь, ты бухать дома, блядь? Так я не снимаю на камеру. Так я снимаю, как я гуляю, бухаю. Я не снимаю такие жесткие пьянки, как я гуляю, иногда бывает, там, с гостями, сосед. Чисто там гость пришел, можно посидеть там, отснять какой-то ролик. А так нет. Такого не снимается жестко. Так что этот... Может и скучный контент, но иногда бывает... Но люди смотрят такое и смотрят. Я не знаю. Может мне поменять какой-то контент. Жареный поросенок с коньяком там 20-летней выдержки. Ну а смысл, ребята? Если это никто не будет смотреть, то хотел ты кучу бабок, грубо говоря. Это никто не посмотрит. Даже просмотр не. Так я нехай даже там трачу бабки, но нехай не отбиваются мне прогулки. Да ради бога. Мне не жалко на эти деньги, просто сижу и общаюсь. Я просто ради того, чтобы чем-то заниматься. Чем-то заниматься. Помимо этого всего. Даже так пил бы так бы, просто выпивал бы, сидел бы. Так просто сижу, как бы делаю полезное дело. Я смотрю других людей, как говорится. Алкобарт я смотрю. Бухай ТВ я смотрю. Два канала Бухай ТВ есть. Вернее, Бухло ТВ. Бухло ТВ два канала есть. Бухай ТВ, но это мой канал. Так что как-то так. Так что 0,5 пивка бахну. И баиньки, как говорится, ляжно.
Ну а что? Я бы забыл включить режим полета. Тут я извиняюсь, граждане. Тут я извиняюсь. Реально забыл, всегда обычно отключал. Выключал, вернее, не в последнее время. А тут реально забыл. Тупо забыл. Блять, я думал уже все. Отключайся ты. Один из моих подписчиков звонит, кстати, я на телефон снимаю. На камеру. Камеру мог купить, но не покупал. Я извиняюсь, прошу прощения за то, что такой звонок был. Такое частенько бывает на моих каналах. В основном, не надеюсь, что никто позвонит. А сейчас такая получилась ситуация, что кто-то позвонил. Обычно последние ролики я снимаю, включаю режим полета. А это я думал включить режим полета, но забыл. Почему-то забыл. Так что, ну я думаю, ничего страшного, как говорится. Кто-то там посидел, послушал, как будто такое бывает. Что это? Насчет камеры. Да, будет куплена камера. Будет все сделано. Пилка реально, этот же удочек работает. А плюс только что недавно зашел, заходил на железностоп, у него борщица въебал нормально, так хорошенького, такого домашненького со сметанкой. Так этот. Так охерененько. Так что. Что за сегодня, получается, третий ролик отсняли мы. Я снимаю. Чекушечка водочки, чекушечка коньячка. Нищебродский, ебать так, ебать. Много в чем. Я не виноват, что мы когда поехали на природу, там была медовуха и вино домашнее. Там можно было ценить. Я не виноват, что у меня село все. Там, там ебать такой морозяка был. Ребята, 12 градусов мороз, плюс еще возле воды, возле горной реки. Там же все удваивается. Мороз, грубо говоря, удваивается. Плюс еще при этом ветер. Техника все попосадилась. Реально все попосадилось. Возле костра было холодно стоять. Ну что, давать вердикт буду. По 10-бальной шкале Черниговский Била Нич. Пробка хорошо сгибается. С таким хорошим автографом умный может по ходу дела. Дам этому пивку 9 баллов. Даже можно сказать 9,5. Ну, дам все-таки 9. Бо, я его перетестирую обязательно, я его пью в литровой бутылочке, мне понравилось. Посмотрю, как будет в литровой бутылочке. Если будет в литровой бутылочке такой же, так как и это в 0,5, то я дам ему, как говорится, уже 9,5. Дам бонусом 0,5 баллов, как говорится. Потому что, чтобы пиво было, как говорится, и 0,5 хорошее, и... Хотя ему может стать. Такое пиво я пью бы, как говорится. Оно приятное, оно хорошее. Мне нравится. Вот. Перша приватная баварня темная вышла, типа лиздвяная. Я его не пью. Но это пиво тоже не тестировал на нашем канале. Протестирую обязательно. Хорошо. Футболка у меня растиралась, да, такой? Логотип стерся, да, такой? Ну это хорошо, соответственно, что стерся логотип тут. Такой был. Нецензурный, как говорится. Логотип это подарок. Спасибо одному из подписчиков, кстати. Этот. Как-то так. Что по пиву хочу сказать, пивко хорошее. Видосик скинул. Да, все-таки наверняка завтра уже повылаживаю эти видосы. Как говорится, этот. Сначала один выкину, потом второй. Так что, как говорится, этот. Чтоб через определенное время выходили видосы, чтобы были видосы через определенное время. Так
Что-то что, ребятки, давайте, буду допивать, говорится, и прощаться с вами. Так что 9 баллов, хорошее пиво, я бы его пил бы вечно. Не знаю, в литруханах есть. Я думаю, взять его в литруханчике. Взять рыбки. Плохо, что кто-то позвонил один из моих подписчиков. Не буду называть кого. Так что, да кто. Подписывайтесь на мой канал, как говорится. На мой кулинарный канал. Там, правда, давно уже никто ничего не выкладывал. Потом плюс, ребятки. Подписывайтесь на мой инстаграм-страницу Пешкова 570. Ну, наверняка надо будет указывать в описании это все, как бы, чтобы вы подписывались, чтобы смотрели. Сейчас пока я отказался от инсты, у меня сейчас, ну, есть инста, но я на нее не захожу. От Facebook от всего отказался я. Так что, как бы, такое, ребята. Давайте. На канал не буду призывать подписываться. Говорю, на старый канал подписывайтесь и на инстаграм страницу. А на канал, на этот, хочете подписывать, хотите подписывать. Призывать я не буду. Я призывал сколько раз. Ну, зачем? Кто захочет, тот подпишется. Я думаю, контент у нас нормальный. Как говорится, нема ничего такого у нас. Зажористого там, может кто-то, может кому-то такое не нравится. Но я считаю, можно такое смотреть, я такое смотрю. Давай. Все, ребята, всем спасибо, всем пока.